Я хочу, чтобы мне не дуло. У гэты дом Катерына Сутко переехала 4 месяца тому. Спочатку, говорить, была задоволена. У женщины двое детей, а побач и садок, и школа. Проблемы почались, когда вырешили поставить новые окна. Заказ Катерына зробила у минской фирме. 30 рабочих дней было указано по договору, везли 2 месяца. Хоть и долгим был их шлях, але в окна у Брест все ж приехали. Тогда и стало ясно. От инших своих субратов шклопакеты кардинально отрозниваются. И своей цене ну нияк не отповедают. Привезли не по размеру. Ну вот теперь это всюду дует, мороз лезет. Саправды, скразняки у кватеры семьи Сутко моцные. Камеры не передать, але словом юного Микиты Сергеевича верить варто. В комнате холодно. Спажуцы звернулись у фирму, где зарабили заказ. Понимаете, ребята, плачу деньги. Я понимаю, там он мне говорит, по договору на регулировку нету гарантии, там еще гарантия не распространяется на это, на то. Ну, я понимаю, если я что-то испортила, то не распространяется гарантия. Но если мне заведомо поставили, по всей видимости, рама вывернута в обратную сторону. Жаншина чакала вынику. Але кіраўніцтва фирмы, после того, как с ими разлічыліся, тут же стратила цікавасць до былых клиентов. Катерына телефонавала. Нават покинула негативный комментарий на сайте прадпрыемства. Але усё безвынікова. Говорить апошняя надея на гарачую линию новин. Ну а мы уже связались с директором фирмы. Согласно вашему договору, мы не должны просто приезжать и дублировать окна. Все, да пошло. По домове это саправды так. Але что робить, коли в окна поставили неякосные? С гэтым пытанием мы звернулись у Товариства обороны правов спажевцов. Потребитель должен письменно составить заявление, в котором он укажет, какие дефекты конкретно присутствуют, на его взгляд, в этих изделиях, и свои требования по устранению недостатков. Рекомендую отправить такое заявление по почте заказным письмом, для того, чтобы у вас осталась квитанция. У выпадку, коли и это не працуе, деяния Катерыны могут быть наступными. Потребитель имеет право подготовить исковое заявление и обратиться в суд. Як не дивно, про вариант с письмовой корреспонденцией узгадал и директор фирмы. Пускай, если коль так уже, то сами должны нам письменное уведомление присылать. Мы должны отреагировать в течение 14 рабочих дней. Так что усим, кто опынулися у такой же неприятной ситуации, урок. Пишите листы. На телефонные звонки реакции можно не дочакаться. Ну а лепш за все проверить репутацию фирмы еще до оформления заказа. Кирилл Ягоров, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».